Эй, мелкий, да оцени, сейчас супертрюк покажу. Иди встань напротив, чтобы это, получше видеть меня. Ага, поеду. Блин, офигевший, зачем мне этот вообще велосипед? Он скучный, неинтересный. Ну что, я встал, где твой трюк? Итак, супер-король трюков готов лететь. 3, 2, 1, погнали. Погнали. О нет, он упал, он упал. Мой родненький, мой хорошенький, любименький песосий самокат упал. Ну что, классно покатались, Смирал. Все, мелкий, давай, пойду собираться. Подожди, стой! Это как? Ты не можешь, ты! Могу! Нет, я возьму папы 1000 баксов и поеду! Стой! А как же я? Стой, а что я буду делать, а? Ты! В детский лагерь поедешь! Нет! Нет! Не хочу! Эй, пап! Это беру, я потом верну. Ты воруешь у папы? Я ему все расскажу, я все расскажу. Не дай, не говори, мелкий, стой. Ладно, я сделаю что угодно. Стой, не говори это, он мне прибьет. Все что угодно, я слышал, да? Да, мелкий, я взял эти деньги на время, чтобы жилье снять, потом верну, понимаешь? Знаешь, что я хочу? Вместо летнего лагеря я хочу жить у тебя. Что? Новый дом, мы едем в новый дом. Два брата будут жить вместе. Один младший, самый крутой. Один старший, самый тупой. Чего? Так, мелкий, во-первых, замолчи. А во-вторых, мы почти приехали. Вот он, дом справа. Офигеть. Неделю поживешь и съедешь. Офигеть, какая красотища. Боже мой, какой тут телевизор, колонка, да. Кухня, а тут это твоя кровать, ты тут будешь спать. Вау, что? Мелкий, это еще не дом, это только гараж. Дом у нас внутри так-то. А я думал, это твоя кровать. Ладно, что там? Как же тут красиво, круто, много места. А это что? Это еда для тебя, мелкий, корм специальный. Что? Я тебе не кошка домашняя! Какая это клана? Что? А тут что? Ну ладно, а рыбки вообще живые? А ты их кормишь, а? Мелкий, тут вообще-то это, 4-й этаж есть! $20,000! Сколько? 20? Ты скоммуниздил у папы 20 тысяч! Ну, я думал, не расстроится, знаешь ли! А, ну да, не расстроится! Всего лишь отправить нас в детдом.